Здравствуйте, время 12:01, мы начинаем. Начнем мы сегодня с вами с переклички, чтобы понять, как мы друг друга видим и как мы друг друга слышим, что у нас все работает. Так, давайте сначала отделение сольное хоровое народное пение. Абдулова Светлана здесь? Да, здесь. Слышно. Воевода Дарья? Нету такой. Золотаренко Маргарита? Здесь. Здесь, вижу. Левадная Любовь? Не слышно, нет такой, да, отсутствует. Новикова Софья? Здесь. Здесь, слышу, слышно вас. Протасова Олеся? Отсутствует. Садчикова София? Здесь. Слышно вас, хорошо. Саратова Анастасия? Здесь. Слышно, хорошо. Тарасова Кристина? Здесь. Тоже слышно вас хорошо. Замечательно сегодня со связью. Вокальное искусство. Какой большой список, как вас много, как я вас люблю. Давайте всех подряд быстренько пробежимся. Агалаков Арсений? Нету, да, сегодня отсутствует. Не поняла еще раз. Это Агалаков что-то говорил? Нет, да? Нет, Агалакова нету. Алферова Анастасия? Тоже нет сегодня. Анкудинов Владимир? Нету. Баранова Екатерина? Здесь. Здесь, слышно тебя, хорошо. Булыгина Диана? Нету. Воевода Дарья? Нет. Дангаузер Карина? Здесь. А, здесь, да, слышно тебя, хорошо. Еловикова Софья? Здесь. Слышу тебя. Затворницкая Мария? Нету. Калиниченко Мария? Нету. Квашин Максим? Нету. Ковалев Виталий? Нету. Ковалева Анжелика? Нету. Казачок Алексей? Здесь. Здесь, слышу тебя. Козлова Юлиана? Не слышу, нету. Кулюкин Вадим? Нету. Куралева Полина? Нет. Вадим здесь, он вон там, звук у него проблемы какие-то. Ребята, если что-то возникает, да, такое, что звук вы не можете, сразу пишите нам в чат, чтобы мы вас могли увидеть. Ну, а с вопросом, с проблемой звука, мы вот сейчас вот знаем, что звук есть, значит, надо устранять. На экзамене без звука, ну, никак. Да? Куралева Полина здесь? Не слышу, нету. Кустова Полина? Тоже нет. Левадная Любовь? Нет. Маргарян Жанна? Нет. Москвин Михаил? Я здесь. Слышно вас, хорошо. Мытник Анастасия? Здесь. Здесь, слышим. Мытник Мария? Здесь. Здесь, слышу. Мязина Виктория? Нету. Неживелов Кирилл? Нет. Новикова Дарья? Нет. Алисюк Семен? Нет. Пелевин Владимир? Здесь. Здесь, хорошо. Петросян Карине? Нет. Тоже нет. Саратова Анастасия? Здесь. Здесь, слышно. Семина Арина? Здесь. Слышно, хорошо. Смирнова Виктория? Нету. Степанян Ани? Нет. Таратурина Вероника? Нет. Хаджиматов Мухаммад? Нет. И Шульга Екатерина? Здесь. А скажи что-нибудь еще. Я здесь. Катя, очень у тебя звук такой, как будто бы ты в бочке сидишь или в кастрюлю говоришь. Или микрофон поближе, подальше, но вот в таком качестве сдавать экзамен не получится. Попробуй немножко микрофон от себя сделай и скажи что-то еще. А я звук или не с компьютера? Ну, надо будет что-то подумать, потому что... Вот, я решу эту проблему. Реши, хорошо, вот, имей в виду. Ну, давайте. Может, кого-то не назвали? Мы, может, кого-то не назвали, действительно? Может, пропустила кого-то я? Не, вроде бы все молчат, значит, всех назвали.
Ковалева, Анжелика здесь, если что. Анжелика, да, здесь, хорошо. Угу. Поняла. Так, давайте тогда к делу уже поближе. Мы с вами уже встречались и такие общие какие-то моменты по требованиям проговаривали, прям по списку проходили. И, в принципе, все требования приемные есть на сайте колледжа. Все их можно посмотреть, увидеть, там, в принципе, все понятно. Я хочу вам сегодня как бы такую информацию дать уже самую последнюю по тому, как у нас будет проходить экзамен. Экзамен будет проводиться все-таки дистанционно, как вы уже поняли, по нашей сегодняшней консультации. Вот смотрите время экзамена, во сколько там у нас начинается, и вы все должны вот точно так же сразу присутствовать. Точно так же начнется экзамен, со всеми будет установлена связь, проверена связь. Обязательно, чтобы была камера. Сейчас вот многие ребята, я вижу, что без камеры работают. Камера будет нужна. Когда экзаменатор принимает у вас, он должен видеть, что... Ну, собственно, он должен вас видеть. Не только вы нас должны видеть, мы вас тоже должны видеть. Поэтому, если камера сейчас отсутствует по каким-то причинам, и вы думаете, что она вам не понадобится, то такой номер не пройдет, камера будет нужна. Ищите возможность. Время еще есть. Далее. После того, как вот так вот мы с вами, экзаменатор поздоровается, пообщается, вы все должны будете оставаться на связи, но мы вас отключим. То есть на какую... А, сначала, извините, пожалуйста, я уже сбиваюсь, у меня сегодня третий. Сначала пишется письменная работа, если она там у вас есть, да, строить там нужно будет. Затем мы расходимся, и у вас все по очереди, по алфавиту вас будут подключать. То есть по одному человеку подключается и сдается вот устный экзамен. На каждого человека имейте в виду, что не больше 10 минут, поэтому оперативно. Иначе просто-напросто не сможем уложиться во время, особенно вокалисты, вас очень много. Поэтому, если вы настроены на то, что вы будете, вам сыграли интервал, и вы 5 минут думаете, что это был за интервал, ну, не станут ждать. Извините, но это вступительные экзамены, скорость реакции тоже оценивается. Старайтесь, конечно, не делать быстрее, чем вы сообразили, просто старайтесь быстрее думать, побыстрее соображать. Ну и поскольку подключаться будет по алфавиту, то вы можете примерно все-таки планировать. То есть не сидеть, если вы в конце списка, если у вас фамилия на «Ш», и вы 34-й в списке, то понятно, что с 10 часов, не поднимаясь, совсем не обязательно сидеть, вы можете немножечко отвлекаться, но и слишком не уходите далеко, всякое возможно. Кто-то может не явиться на экзамен, кто-то может не появиться на связи, поэтому все это может сдвинуться. И номер 37 может вдруг внезапно на ваше счастье превратиться в 25, значит, конкурс уменьшился. Поэтому будьте начеку, будьте поблизости. Вот, что еще могу сказать? Ну, из неприятного, что я могу вам сообщить, что если во время экзамена ваш ответ становится невозможным из-за того, что не работает ваше оборудование, то это становится вашей проблемой. Ну, сейчас все в таких условиях, это такое требование, оно не только от нас исходит, это, в принципе, такое требование во всех учебных заведениях. Поэтому еще раз повторюсь, приложите все усилия к тому, чтобы вам ничто не могло помешать. Сейчас я уже приводила пример, что может случиться, и это будет очень неприятно. Сегодня была консультация, девочка не смогла присутствовать на консультации, потому что дома отключили электроэнергию. Если такое отключение электроэнергии вдруг случится во время экзамена, мы ничего не сможем с этим поделать. Значит, это не явка на экзамен. Жалко, печально, но это, к сожалению, вот такой вот в этом году у нас вот, всех наставит в такие вот условия. Неприятные. Когда не все от нас зависит во время экзамена. Ну, вот это вот по тому, какая будет процедура экзамена. Ну, у вас, да, дальше, как бы, если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Можно, да, задать вопрос? Да, конечно, давайте. Вы говорили про какую-то письменную работу, но у вокалистов же только устный экзамен, да? Да, вы устный сдаете. Хорошо, спасибо. У нас просто сейчас, как бы, идут, как бы,
консультации у многих, и я знаю, что многие ребята общаются друг с другом, и в том числе общаются с теми, у кого есть письменные работы. И сегодня на консультациях были не все, поэтому я все всем говорю в надежде поделиться информацией с коллегами. Спасибо. Да, не за что. Что еще хочу спросить? Извините, а в случае, если вдруг по каким-то причинам перестанет работать микрофон, можно в чат будет как-то, ну, если... Сразу пишите в чат, прямо моментально пишите в чат, что отключился микрофон. И занимайтесь тут же сразу устранением этой проблемы. Если проблема будет устранена вами оперативно, то вы просто к нам вернетесь, и мы продолжим. Но если вы потеряетесь на час, на два часа, то, конечно, экзамен закончится, это станет невозможным. Спасибо. Еще вопросы? Какие вы молодцы, вопросов нет. Ну, мы с вами в прошлый раз так все так подробно обсуждали, и мы так, по-моему, проговорили все. Я же вижу, что фамилии те же самые, что мы с вами уже встречались. И, видимо, уже, в принципе, все исчерпывающе, и все понятно. Поэтому, извините, пожалуйста. Если вопросы можно? Так и не... Да, конечно. А можно будет во время экзамена пользоваться немного инструментом? Вообще инструментом пользоваться не рекомендуется. Настройку вам дадут, вам сыграют. Если вам необходимо смотреть на клавиатуру, да ради бога, смотрите на нее. А играть, подыгрывать себе во время пения, это не допускается. Хорошо, спасибо. А вид клавиатуры, ну кто вам запретит? Не запрещаем, в конце концов, клавиатуру мы все, и кто не видит глазами, тот представляет в голове. Я в голове представляю клавиатуру. У меня из головы никто не вытащит и не запретит представлять. Еще вопросы? А можно еще такой вопрос задать? Да? Ну, я не знаю, как бы мне вот недавно пришло письмо, что общее фортепиано нужно отправить до 16 августа, а на сайте написано, что до 21-го. Вы не знаете? Этот вопрос задайте, пожалуйста, в приемную комиссию. Я просто уже отправляла, но мне пока не ответили на него. Ну, надо там спросить. В приемной комиссии там какой-то телефон у них есть, есть почта. Спросите у них, потому что я не знаю насчет общего фортепиано. Какие-то там уже я так и думаю. Будут. Хорошо. Спасибо все равно. Кто-то еще что-то спрашивает? Нет? Ну, наверное, значит, мы с вами уже больше времени не будем занимать ни ваше, ни наше. На сегодня попрощаемся, видимо, все понятно. Если вопросы все-таки возникнут, так бывает, что как только все закончилось, вопрос возникает. Пишите в приемную комиссию, вам, конечно же, будут отвечать. Хорошо. Всего хорошего, ребята, до свидания. До свидания. До свидания. Удачи вам на экзамене. Спасибо. До свидания.